несколько переворотов в истории человека. То есть когда сначала казалось, что человек ничего не может, и просто часть там какой-то стихии, заложник там титанов. Потом казалось, что он там герой, что-то может. Потом оказалось, что он подчинен все равно воле там великого архитектора и ничего не может, только план выполнять. В этом смысле вполне себе робот. А потом как бы показалось, что вроде бы вот мы рациональным мышлением можем сами быть архитекторами, и в этом смысле у нас появляется какое-то agency и возможность что-то делать. А потом оказалось, что ну нет, на самом деле это все социальные конструкции, там, предзаданность, не знаю, средствами производства, и, там, не знаю, генетическими, там, видовыми какими-то свойствами. И снова мы просто среда исполнения кода. А потом вроде как вот опять возникает идея, что, может быть, если мы сейчас как следует отрефлексируем себя как компилятор и все свои коды, и сможем собрать что-то, что так же, как и мы, или лучше даже это все исполняет, то мы таким образом, поняв принципы и законы устройства того, как мы устроены и окружающие, сможем освободиться. Ну и возвращается вот эта вся героическая история про возможность пойти там и, не знаю, отжать глаз у женщин и самому определять судьбу, там, вот это все. Мне хочется сказать, давайте посмотрим на переживание соавторства, когда ты взаимодействуешь с какой-то интенционально, намеренно созданной системой, там, кнопки в лифте нажимаешь, книжку читаешь, по карте ориентируешься, там, делаешь кофе в кофемашине, прячешься от дождя под навес, который кто-то специально для этого построил, то ты ты берешь некоторый лиминальный опыт, ты отказываешься от своей субъектности в той мере, в которой происходящее приглашает отдать ответственность за себя кому-то другому. Типа, если ты пристегнулся в вагончике на американских горках и тебя там крутит и мотает, то ты как бы понимаешь, что это что-то, что ты сам с собой делаешь, и вот ты сам себя ставишь в эту ситуацию, но в то же время ты позволяешь какому-то другому человеку определить для тебя значимую часть этого опыта, да? Делаешь упражнение из задачника, из учебника, то у тебя больше свободы, больше собственного намерения, с которым ты приходишь, ты сам решаешь, там, какие упражнения и каким образом тебе полезнее делать, но ты все равно вступаешь в какое-то опосредованное, такое отчужденное взаимодействие с автором учебного текста. Я называю это эргодическими текстами, тексты, которые приглашают к усилиям, к работе. Да? И работа, которую ты совершаешь, она меняет мир вокруг тебя, она меняет тебя самого. И в тот момент, когда ты находишься в положении соавторства с кем-то и представляешь происходящему тебя менять, то ты даешь другому человеку меру авторства в твоей жизни, меру ответственности за твою жизнь. И это необходимо для равноценного проявления соавторства, соучастия и, значит, творчество в жизни других людей, когда ты приходишь со своими смыслами, чтобы, ну, типа, чтобы было куда их положить, ты создаешь вот этот контекст, в котором ты можешь других людей приглашать к соучастию. И если ты делаешь перформанс или строишь живую коммуникацию, то ты в ней участвуешь непосредственно, а если ты делаешь какой-то артефакт, там, песню, публикуешь книжку, скульптуру, искусственный интеллект, то ты, типа, отказываешься от части ответственности, от того, что когда другие будут сталкиваться с предметом твоего творчества, ты будешь готов отыграть это взаимодействие со своей стороны. Да? Ты, типа, отказываешься от авторства. И вот мне кажется, что с искусственным интеллектом и с роботами возникает интересная такая фишка, что у них как будто скапливается какая-то субъектность, которую все с себя спихивают. У них скапливается субъектность, которую спихивает себя автор, инженер, который робота сделал. У них скапливается субъектность, которую люди, с которыми робот взаимодействует, типа хотят переложить себя на инженера, на робота, на всю систему. И
получается, что у них есть вот этот внешний навязанный им социальный конструкт, но нет субъектности, которой он бы соответствовал. И вот это как раз является самым интересным. Это является сутью того, что значит быть роботом среди людей. Если мы решили определить роботов как некоторую там грааль, собирающий утекающую из человечества субъектность, тогда хорошо бы понять, что это такое из человечества утекает в виде этой субъектности. Есть очень понятная история про ответственность, да, там, юридическую или там какую-то чувственную, еще какую-то. Потому что, ну, что такое ответственность, ну, примерно можно понять, разобрав там на, ну, какое-то количество слоев, в которых можно отвечать. То есть и про ответственность, окей, понятно. Но вроде и про agency тоже, ну, как бы можно было бы понять. То есть это некая там способность, там, опираясь на какие-то внутренние процессы, принимать там независимые, там, принимать решения и их там воплощать. А вот когда возникает слово «субъектность», то не очень понятно, что же там из человечества утекает в сторону роботов и формирует их. Субъектность — это когда ты обнаруживаешь себя в субъектном верных отношениях, где ты действуешь в отношении чего-то. Ты там закрыл окно, окно оказывается объектом события, а субъектность оказывается у тебя. Если окно оказывается капризное, упрямое, скрипит, трещит и никак не закрывается, то оно как будто принимает часть субъектности на себя. Оно участвует с тобой во взаимодействии, да? Дальше у нас есть постмодерн, который деконструирует все нахрен, и он успевает здорово топтаться по понятиям субъекта, объекта, объективности, субъективности, объективации, субъективации, конструкции, деконструкции, перформативности, лиминальности, трансцендентности, идентичности, индивидуальности, вот этого всего. И у нас есть такой большой прекрасный конструктор, где мы можем любой из этих слов взять и вот и размазать им все наши наброски онтологии в любом направлении. Мне кажется, что это интересно сделать так. Мне кажется, что интересно посмотреть на опыт оформления субъектности. Вот когда ты говоришь от себя, то есть табуреточка или какой-то манифест, или вот ты имеешь что-то заявить, то как ты сам сталкиваешься со своей субъектностью? И какие у тебя есть внешние механизмы отрефлексировать свою субъектность? Типа, когда ты берешь за что-то ответственность, а дальше посмотреть на границы идентичности, которые получаются. Посмотреть, что через некоторые эти границы происходит делегация. Например, ты строишь опыт, или я хочу сделать кофе, я вместо того, чтобы стоять у плиты там и помешивать его, нажимаю на кнопку, выбегаю в другую комнату. И я делегирую в этот момент мое намерение приготовить кофе машине. Или там я ставлю будильник, я делегирую телефону намерение вспомнить о том, что у меня планы на ужин. И мы делаем это в иных ситуациях, чем делаем это с людьми, но смешение происходит в тот момент, когда для нас это оказывается одним действием. Там, попросить кого-то что-то сделать или принести, и промулировать машиной, так чтобы запустился каскад событий. Да? Например, если я не могу тебе дозвониться, я там могу на одни и те же события реагировать, перевесив ответственность на тебя и начать там сердиться, что ты не отвечаешь, и перекинув ответственность на машину, и там рассердившись, что машина плохо работает. Вот цифровая коммуникация, она прерывистая и непрозрачная. И интуиции, с которыми люди приходят, успевают разрастись в этой пустоте пышным цветом. И получаются такие и больше пересекающиеся, конфликтующиеся дискурсы, когда вот все видят одни и те же события, но они портованы, отчуждены и складываются с каждой перспективы в какую-то свою смысловую систему. И мне кажется, вот именно в этой смысловой системе и живут сущности, которые предлагали рассмотреть люди-роботы, счастье.
похоже, действительно происходит следующий шаг эволюции мира в сторону большей абстрактности, и что вполне вероятно для дальнейшего развития осознания или там, не знаю, тех мемов, которые нас собрали, может быть, даже биологический субстрат, там, биологические носители уже будут не так нужны. Роботы у нас получаются, когда мы хотим обращаться с неживым миром, но мы хотим, чтобы он был услужлив и понятен, и приемлющий, и типа, давайте он будет устроен больше как люди. Ты берешь часть неживого мира и говоришь, давай, это будет устроено больше как человек, и ты делаешь робот. По-моему, так. Кабала появляется, когда логос порабощает человека, а потом человек пытается изнутри обратно овладеть логосом, поставить себе его на службу. И это картинка, которая уже типа есть всякая там жесткость, дисциплина, бинарность, расщепление. Вот мы с Дворкиным уже говорили год назад про то, что насилие — это вирус. Да? Вот. Вот там такая картинка. И, значит, есть этот логос, если человек успешно ставит его себе на службу, то он может писать компьютерные программы там или големов оживлять, видимо. Ну, играть со Вселенной по каким-то символическим правилам, какие-то свои человеческие игры, и при этом делать вид, что вот они не человеческие, а Вселенной предложены или навязаны. А Вселенная не предлагает символических игр. Вселенная, она как-то иначе устроена, видимо. Thank you.